Сегодня по календарю Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день донора. Он пройдет под девизом «Подумай о других, сдай кровь, поделись жизнью». Тема кампании в этом году – донорство как акт солидарности. Специалисты центров крови в разных странах напомнят жителям о самых теплых чувствах, которые побуждают людей делиться кровью – альтруизме, сочувствии и доброте. Всемирная организация здравоохранения проведет мемориальные церемонии, собрания, научные конференции, а также опубликует статьи о донорстве крови в региональных и международных научных журналах. В этом году компания преследует сразу несколько целей. Установление международного сотрудничества в вопросах просвещения граждан, создание всемирного механизма добровольного и безвозмездного донорства и привлечение как можно большего количества людей к донорству. Специалисты ВОЗ напоминают, что переливание крови и ее компонентов ежегодно спасает жизни миллионам людей и продлевает жизнь тяжело больным пациентам. Кроме того, донорская кровь играет большую роль в области охраны здоровья матерей и детей, а также имеет ключевое значение при ликвидации последствий антропогенных катастроф и стихийных бедствий. В этом году организатором Всемирного дня донора стала Греция и Греческий национальный центр крови. Основные мероприятия, посвященные дате, пройдут сегодня в Афинах.